Казахстанский летчик-космонавт Халык-Кахарманы Айдын Айымбетов признался, что является поклонником произведения Абая Кунанбаева. Об этом он рассказал во время визита в Семей. В музее великого поэта космонавт пробыл около часа. Айдын Айымбетов обошел все залы и детально осмотрел старинные экспонаты. Сотрудники музея поблагодарили высокого гостя за визит и вручили космонавту книги с произведениями Абая. Прямо здесь чувствуется, как высокая одухотворенность, знания, история этой земли, которая наполнена значительными историческими датами, как Абай и его ученики поднимали казахскую словесность, как развивалась казахская культура. Больше мне нравятся песни, которые можно слушать, особенно когда хочешь отдохнуть, набраться духовных сил. В Семее космонавт также встретился с учащимися Назарбаев интеллектуальной школы. Айдын Айымбетов принял участие в открытом уроке, на котором ребята презентовали свои проекты по освоению космоса.